Конкурс «Дети читают стихи». Ольга Корнеева. Спешит на елку Дед Мороз. Читает Николаев Иван, 4 года. Спешит на елку Дед Мороз, он не устал и не замерз. И быстрые салазки, и зудру, и сказки. И снежной сказочной страны, и неизвестной стороны. Салазки с бубенцами летят по небу сами. И разбегая облака, мороз волнуется слегка. И ждут его ребята, и птичка, и птички, и зверята. Волчонок, лоси, глухари, лиса, тигрята, снегири. Его хомяк ждет ноги, а зайчики на горке. Прибыл Дедушка Мороз, подарки новые принес. Конфеты и игрушки, гирлянды и хлопушки. Как радость приятки видеть вас, я всех побалую сейчас. У елки становитесь и за руки беритесь. Подружка, елочка, зажгись огнями яркими светись. И пусть шарики при этом сверкают дымным цветом. Успел на елку Дед Мороз, он не устал и не замерз. У елки песни льются, все пляшут и смеются.